Итак, обзор номера Стелла де Море. Это номер на две кровати, но так как я был дополнительный, то есть еще одна кровать. Она переносная, там ролики вот здесь. Ее устанавливают вот так. Опа. По идее, этот светильник должен стоять между этих двух кроватей. Вот этот лебедь, я не знаю, где он должен стоять, но он имеем. Здесь еще есть табурет, ну, такая, не знаю, как назвать. Я туда сложил свои вещи, которые я покупаю, масла органические. Здесь я фам свой держу. Здесь у нас чаи, водичка, телевизор есть. Есть холодильник, не буду его открывать, там полно всякого разного. Так, что еще есть хорошего здесь? Это балкон. А ну-ка, опа, балкончик покажу вам, ребята. Балкончик, обалдеть. Немного, может, темновато. Здесь две табуретки, столик, можно выйти покурить. Он довольно большой, реально большой. И вид просто космос, вид космос. И в эту сторону у нас здесь огромный шкаф двухстворчатый. Есть сейф, еще один шкаф и туалет. Туалет просто огромен. Одна раковина, фен, туалет имеет БД. Душ. Все сделано плиточкой. Просто супер. И такие картины.